сожалению, не я, но сейчас за этого героя будем играть, за Ханзо. Всем, кто смотрит этот небольшой обзор, большой привет. Приблизительно полчаса, 3-4 матча, как получится, поиграем за героя Overwatch. Уже там четвертый день идет бетка, и вовсю знакомимся с героями, стратегиями, картами и прочим. Ханзо из японского клана, сын какого-то там босса, в общем, он вроде как убийца, харизматичный, с полезными скиллами, очень подходит для обороны. Ну, сейчас отдельно по скиллам еще раз пробежимся, и вообще позор тот еще. Дваши, запомните этого, такого больше не будет предстоящих игр, я постараюсь, я обещаю, такого точно не будет. Будет 0-6, но 2-6 никогда. Даешь вдову. Следующие герои будут после того, как Ханзо поиграем. То есть, еще раз повторю, полчасика за него. Пробежимся по способностям, посмотрим по картам, как он адаптируется. И вперед. Всем добрый вечер. Так, ну, можно заранее сказать, что главная особенность Ханзо заключается в том, что он умеет карабкаться по стенам. Не так высоко, но, в принципе, позволяет ему преодолевать и забираться в... Ну, кстати, Дорадо тоже неплохая карта для Ханзо. Здесь очень много двухэтажных зданий, соответственно, можно забраться повыше. Абвер ливнул из Овервоча. Итак, по способностям. Начинаем с ультимативной, это удар дракона. Огромное просто заклинание, которое наносит колоссальное количество урона всем, кто находится внутри. Но от него легко увернуться. Во-первых, слышно хорошо, когда идет эта ульта. Она, ее ни с чем не спутаешь. Во-вторых, ее издалека запускают. То есть ты, в принципе, можешь сориентироваться, уйти. Но если товарищ неповоротливый или как-то демобилизованный, то... Ну, типа там стяжка какой-то, или там щитовик, или турелька стоит. Им очень сложно уйти из-за ульты. Кластерная стрела, это ауешная стрела, очень хорошо заходит в закрытые помещения. Очень хорошо стреляет себе под ноги, если с тобой неожиданно кто-то рядом появился, для того, чтобы нанести дополнительный урон. Звуковая стрела, это чисто разведка. Стреляет, при попадании разлетается и делает противника всех, кто вокруг, видимыми. И самое главное, конечно, его лук, который... Ну, весьма-весьма специфичный. Здесь в зависимости от степени натяжения увеличивается и точность, и сила. При максимальном натяжении стрела вылетает вот такого вот синего цвета. Сейчас в конце покажу, вот она. Причем стрела летит достаточно... Ну, она не быстро летит. Если вы работаете на дистанции, желательно работать по статичным целям, либо уже стрелять на опережение. Потому что, вот смотрите, стреляет, и только через секунду она там... Ну, через 0,7, наверное, 0,6. Этого, ну, в общем, по быстрым целям крайне сложно попасть, нужно стараться. Ну и пассивная способность, о которой уже сказал, это карабкание. Кстати, на Ханамуре это родная карта вообще Ханзо, насколько я понимаю. Здесь ему очень удобно забираться, находить позиции, тоже много двухэтажных зданий, и, в общем, ему тут хорошо. Мы играем за оборону, вот самое... Самое классическое, что можно придумать, это вот Ханзо на Ханамуре. Страшное ругательство. Чатику привет. Крисолит, ну я же тебя в прошлый раз спросил. Ну как же так, ну? Просил же в прошлый раз, перестань спамить. Я устал. Он может забираться вот по таким и перепрыгивать, соответственно, еще на вот, да, на рядом стоящие вещи. Противники будут нападать на этой карте, соответственно, слева. Есть большие ворота, приоткрытые с одной стороны. И вот справа очень любят заходить всякие фары или снайперы стоять. Я люблю находиться... Вот на этой позиции чаще всего. Или ухожу уже к точке... Так, давайте сначала проверим. Вижу я там фару уже. Ну, по фаре, конечно, сложновато попасть. Там две фары. Давайте разведку поставим, чтобы посмотреть. Так, танка убили. Фару попали. Попали, там добили, кто-то другой его добил. Вижу мелкого, сейчас он будет... Так, надо отсюда уйти. Во-первых, 100 хп подлечить. Аптечка здесь, и перегруппироваться. Защищайте, слушайте, а кто прорвался-то? Ёшки-матрешки, ну как так? Ну все, блин.
Как так? Взял, отстрелил танка, взял, отстрелил фару. И в результате, ну, кажется, наши просто вперед побежали, там завязалась битва, и они благополучно отдали... отдались на респе противника. В общем, фигня вышла. Придется защищаться на второй точке. Жалко, я рассчитывал на той побольше времени провести. И должны были провести. То есть я был даже уверен, что все хорошо. То есть минус один, минус два. Так, надо держать дистанцию. Вижу фару. Ох ты, ешки-матрешки. Плохо, плохо. Фара очень хорошо лупит. И сверху солдат еще. Блин, мало хп. Как бы они тут быстро все не закончили. Танк еще слева проходит от них. Блин, жесть какая, а? Начало-то абсолютно убогое. Уже вторую точку берут. Ребята, ребятушки! По своим стрелял. Ливень возмездия. Ну и все, и конец. Капец, просто классика жанра. Ну как так? Что такое? Что за тима, да? За кого планируешь играть сегодня, спрашивает Космик 11. Да, фара хороша. Я планирую доиграть за Ханзо, собственно, немножко, а потом за оставшихся 8 персонажей. У меня есть список тех, которые, ну, которые были вчера, чтобы на всякий случай не повторяться. Аспиранту спасибо за то, что подготовил. Но... Тимараков, очевидно же. Ну, тут, конечно, будет... Я уже чувствую, был один товарищ с русским никнеймом. То ли молоко, то ли еще что-то. Ну, такое молочное какое-то. И у него было прям вот четко такие дотерские мотивы. Ну, типа, тима не очень. И, в общем, а что вы делаете вообще? Как вы... Поэтому... Как и в любой командной игре, здесь, особенно есть, учитывая то, что есть голосовой чат непосредственно внутри игры, хоть они же вроде специально от этого отказались, чтобы нельзя было, ну, вы понимаете. Вот, а тут будет просто, просто жара. Тем более, в отличие от Доты, здесь не 5 человек, а 6, то есть еще на одного больше, кого можно обвинять в собственных неудачах. Как не зайду к тебе, лучший игрок кто угодно, но не ты. Когда уже тащить начнешь, говорит Артур. Я постараюсь. Сегодня точно буду хотя бы разок лучшим игроком. Постараюсь. Надо, для того, чтобы стабильнее входить в состав лучших игроков, нужно просто остановиться на одном классе и мочить. А я сейчас играю как бы за все 18, для того, чтобы такие вот коротенькие обзорчики поделать. Зато он попадает на резко лучших моментов в виде гуфа. Да, Валан, спасибо тебе. Спасибо. Люблю, уважаю. Так, хорошо. По никнеймам тут никого из знакомых, насколько я вижу, нет. Так что... у нас ангел... Ангел очень хороший танк. Две, правда... Ну, хотя можно, в общем-то, двумя трейсерами здесь забегать. Фара хорошо, что есть. Нормальная тьма. У них, правда, не совсем понятно, кто там. Они близко вроде не подходят. На точке защищаются. Видимо, турели есть. Раз не решили рашить. Я постараюсь обойти через левое окно. С предварительной, конечно же, разведкой и пострелушками. Дождаться, когда танк будет заходить через мейн, чтобы на него внимание привлекли. И я, ну... было привлечено со стороны врагов. И я попробую проскользнуть... Ой! Хорошее начало. Почему? Почему щит не выставил? Блин! Господи! Вражеский Ханзо ваншотнул. Там сверху снайпер. Господи. Здесь справа Ханзо. Да вы издеваетесь! Блин. Где там хилка-то? Вот она хилка. Сзади жнец. Начало вообще не по плану пошло. Трейсер вижу. Так, надо заходить, наверное. Вижу вражеского Ханзо. Парам-парам-пам. 45 хп. Здесь аптечка будет.
Берем аптечку, обходим слева. Я исцелен. Хорошо лечится. А, парам-парам-пам! Тихо. Хорошо. Кстати, здесь, видимо, можно назад было отступить и на стенку прыгнуть. Настрелял ему по спине. Настрелял-то, конечно, знатно, но без толку. Ульта зато есть. Пуч хорош, да. Пуч на средней и близкой дистанции работает великолепно. И даже, видите, надо в таком случае, наверное, выцеливать даже пытаться ему голову, чтобы... Герои не умирают. О, у нас резурект вроде как. Хотя нет, это не у нас резурект. Вижу трейсер, попробую ее сплэш. Турелька обезврежена. Не хочу. Ой, плохо. Она сейчас меня достанет со своими... Так, есть ульта, не забываем, есть ульта, попробуем на резв зайти. Правда. Да, ёшки-матрёшки. Захват вроде идет. Вот она, блин. Ах, ульта вражеского Ханза задела. Ой, я ее добил все-таки в конце концов. Я видел, труп упал. Или это труп моего союзника. Беда. Здравствуйте, здравствуйте все. Я вижу Fresh 84, Diamond тоже пишет. У меня немножко подлагивает игра со стримом. Чуть-чуть. Надо захватить еще одна ульта у Ханзо. Ой, там справа. Турелька. Турельку убрал. Атака идет вроде как. Снайпер справа вроде работает. Да, со второго этажа он там. Правда это... Да, это снайпер. Блин, да что ж я делаю-то, а? За флангами не слежу абсолютно. Готово. Захвачена первая точка, и двигаемся сейчас на вторую. 30%, 39% по ульте. Надо посмотреть. Ой, они там принимают еще. А куда я лезу-то один тоже? Хорошо. Здесь аптечка снизу, и можно попробовать зайти. Ой, снайпер вижу. Три хита. Добил. Добил ведь. Так-то лучше. Добил. Они уже атакуют объект. 80%. Так, 80%. Быстро, быстро, быстро. Здесь еще хилка есть. Надо выстрелить разок на вход. Попробую забраться сюда. С флешиком. Есть один. Ханзо вижу. Попал в Ханзо. Второй раз не попал. Попал. Крысавчика вижу. Ханзо вижу там. Попал? Попал. Очень хорошо. 5 убийств. Так, снайпера разок попал, но не убил. Вижу турель, давай ультанем. Сейчас как раз остальные подойдут. И там еще снайпер подошел. Давайте, давайте, ребят. Есть один. Второй. Сейчас хорошо было. Спек. Хорошо. Хорошо. Прям жарю. Прям жарю. Жгу напалмом. Ай. Есть. Серия 7 убийств прервана. Но вот это было круто. Я там стрелял, блин, одного, второго, третьего. Ультанул. Турельку убил. Но это ульта солдата, которую я пропустил. И надо было ее услышать и законтрить. Уйти. Как тебе в целом игра? Играю каждый день, на самом деле. Не только на стриме, но еще, если удается днем, то поигрываю днем. Так, ульта идет крысавчиком. Да. Боюсь, что здесь меня уже будут ждать. Да, там и Ханзо, и этот. Может, они даже обходить будут. Ух ты, ешки-матрешки. Это сплэш. Ханзо прилетел.
Блин, я такой пустой по хп. Блин, вот косой. Косой. Симметру с трех. Ну она, блин, меняла направление. С такой дистанции нужно было... Это тоже, правда, покосило. Альтернативку еще так долго меня бил. Я должен был в секунду там умереть. Ультимейт уже почти готов. Правило достаточно простое. Как только вы приходите на новую локацию, сначала кидаете разведывательную стрелу для того, чтобы и понять, сколько людей. Вы же их постоянно подсвечиваете. Видите, когда они там к уголку жмутся постепенно. Потом начинаете работать обычной стрелой. Сплэшевая работает хорошо именно... Так, давайте-ка я сюда зайду. Сигналочка, то есть дава, видимо. Ой, снайпер вижу. Блин, я ж тебя убил. Твою налево. Да, со снайпером не самое мудрое перестреливаться, на самом деле. Потому что, в конце концов, у нее выстрел летит быстрее, чем стрела. Поэтому при... Даже если ты выпустил стрелу одновременно с ней, и как бы типа попал в это место, где она стоит, она может... Тебя и успеть и выстрелить, и стрейфануться в бок. Ах, плохо. Плохо. Надо собраться сейчас с ультимейтом. Вы у меня в прицеле. И опять вы у меня в прицеле, я не слышу... Я не идентифицирую эту ульту как, ну, как ультимейт. Вы у меня в прицеле, все, надо не высовываться против солдата. Он не мажет вообще, если такие вещи говорит. Отмечено. Понимаете? Вижу, три человека стоит. Да, да, солдат опять. Боюсь, с таким количеством хп. Да и один, в общем-то, тут. Турель вижу, снайпера вижу. Вроде попал разок. Попал, убил. Красавчик. Турель вижу. Может ультануть? Давай попробуем. И меняем позицию, заходим. Одного убили только ультой. Один наш только на точке. Солдата вижу справа. Осталось одна минута. Вражеская турель обезврежена. Герои не умирают. Так, резурек пошел. Вот, вот так не надо делать никогда. Отмечено. В мили там идти к танку. Так, турелька еще стоит. Ё-моё, я не знаю, что делать. Все мертвые. Осталось 30 секунд. 30 секунд до конца, блин. Опять ульта этого. Опа, парам па па пам. Вернулась трейсер. 16 секунд, и это ГГшечка. И это, к сожалению, ГГшечка. Убило и того, и этого. Хороший момент. Да, увы. Не взяли. И не защитил, и не проштурмовал, к сожалению, пацаны. Сори. Сейчас попробую реабилитироваться в третье. Дополнительное время идет. Кто-то там захватывает. Но я слабо верю в успех операции. Очень быстро уходит обратный отчет. И да, это ГГ. Да, но я два раза очень жестко ошибся на солдате. Вылезал перестреливаться с ним на ульту. И это было, конечно, зря. Лучший игрок матча. Раз. Как раз вовремя. Часть. Ох, ульта, хорошо. Ох, там прям взорвались двое или даже трое. Здорово получилось. Тебе лично нравится игра? Нравится. Но я еще не разобрался. Привет, Неонавт. Ешку бы почаще. Ешку, да. Но вот в Ешке есть определенные особенности. Я не всегда понимаю,
под каким углом пойдет рикошет. То есть, если ты стреляешь, например, прямо в щит, то стрелы отражаются, ну, прямо в тебе, по сути. Но если ты стреляешь там в стену под, в какую-то под, под определенным углом, они иногда, ну, я, в общем, не понимаю, под каким углом они могут отразиться. Иногда это не важно, но бывает такое, что ты стреляешь, а они летят не туда, куда ты рассчитывал. То есть тут тоже нужна практика, нужно понять вообще, как работает рикошет. Смотрите, как ты тут проигрываешь, приятнее, чем ФФА, говорит Петр74Рус. Ну, это хорошо. Сегодня, кстати, может быть, будет ФФА в конце, но не уверен, что, что получится. Посмотрим. Она будет платная или как Поя? Я не знаю. Ну, там есть две модели, в общем-то. Близы последнее время делают бесплатные, ну, условно бесплатные игры с монетизацией внутри через всякие шмотки, шапки и прочее. Но официальной информации относительно стоимости игры, ну и модели, собственно, нету. Блин, я опять на этой карте через Ханзо буду играть. А он... Ну, главное преодолеть первый рубеж. Вторую точку там как раз есть опции и слева, и справа. О, Фархим здесь. Надо ему... Так, будем работать. С бункера выхода три штуки. Метка дракона. Врагов я не вижу, соответственно. Они стоят, наверное, на точке. У нас в команде есть солдат 67 или 76. Трейсер, Рейнхард. Ну, в общем, танк со щитом. Вдова. Снайпер и Гизмо как ангел, как саппорт. Тоже хорошая тема. Замечательная тема. Так, давайте начнем с... Ёшки-матрешки, слева снайпер. Причем я ее не заметил сразу же. И шел зря впереди танка. Я даже не заметил первый выстрел, вот в чем дело. Очень невнимательно, надо сейчас в это самое повнимательнее играть. Никто не ускользнет. На тебе! Люблю запах пластыря снарядов по утрам. Так, вижу турель. Вижу справа трейсер, вроде как на крыше. Хорошо. Видите, как разведка решает, хорошо. Хорошо, бастиона убил. Снайпера вижу. Вот сейчас зря перестреливаюсь. А давай-ка вот так вот сделаем. Там много всех. Раз, два, три, хороший момент. Еще эту добил. Хорош. Точнее, не добил, а снял больше половины жизни, 76. Чувствуете, пацаны? Чувствуете? Скиллуха-то поперла. Так, второй объект. Макри там. Ой, хорошо попал. И он, правда, в меня попал. Сзади идут пацаны. Куда ты бежишь-то, друг? Ты чего? Там, там не ваша база. Так, стоп, стоп, стоп. Следую за тобой. Отмечу. Трейсер стоит, ждет. Подруга дней моих суровых. Сейчас она отвлечется. Хорошо. Тихо. Ульта есть уже. Где там ангел? Ёпперсете. Я вижу глаза. Уже захватывает, пацаны. Может, я успею до аптечки добежать? Давай, ладно, ультанем сюда. Они там должны быть. Еее! Турель, блин, 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 блин. Обходим, обходим ее сзади.
Быстрая победа, классная победа. И серия, меня ни разу не убили за эту игру. А нет, вначале убили, да. Вначале это вдова чертова. Кстати, я тут могу в матч попасть, ну, в момент. Да езжешь! Уху! Уху! Это вот ты, когда минус 3, минус 4. Еще там контролечки пошли. Раз, два, три. Да езжешь. Халява дешевая. И трейсер еще. Да, вот так вот тебе. И серия убийств. Да, лучший просто. Лучший. Все плюсуют. Эпик. Еще давай. Накидывай. Накидывай. Кто там танка плюсует? Вот. Зажали плюсы, зажали. 4 человека не проголосовало. Вот, давайте последний раз сыграем за Ханзо. В принципе, основы Ханзо, ну, для там левого человека, для новичка, в принципе, уже понятно. Еще раз повторю ключевые вещи. Есть точечная разведка, есть АОЕ, но очень редко. Есть сложный лук, но если привыкнуть, если наиграть там пару вечеров за него, уже можно будет разобраться. Есть мега полезная ульта, учитывая особенно кучность врагов. Там защита, атаки точек. Но опять же, ульта очень сильно зависит от того, насколько часто и точно вы попадаете, потому что танковать вы не можете, соответственно, от того, насколько много урона вы наносите с обычного там лука и со своих базовых способностей, ну, с Ешки в частности, настолько же часто вы сможете юзать и ультимейт. Ну и, конечно же, карабканье, которое позволяет, видите, преодолевать препятствия или уходить от противника, если, например, на вас бежит танк, а сзади вас стена, это не проблема, а спасение. То есть можете спокойно на нее забираться, даже учитывая то, что даже если там наверху ничего нет, ну то есть вы не перелезете, все равно выиграете секунду-полторы, этого может хватить, чтобы танк про вас забыл. Сейчас мы будем играть со стороны защиты. На мой взгляд, ну, как бы, это, в принципе, логично. Ханзо — это герой, в первую очередь, защиты. Ой, давай. Забирайся, не бойся. Причем он может подхватывать, забираться вот таким вот образом. Так, мне эта позиция больше нравится, если честно. Рейндж хороший, зря снайпер, на мой взгляд, туда сунулся. Вот. На эти штуки далеко не заберешься. А вот на эту, кстати, можно попробовать. Нет. Эй! Вот и все. Хорош. Работаем. 3, 2. Все наши находятся на вражеской территории. Ну, не нагло или, а? Так, давайте-ка поставим вот так вот. Стрелу сделаем. Ну, где стрела-то? Слева никого нет. Я не знаю, кто там, кстати. Надо было посмотреть по Ханзо. Трейсер. Я никак в Ханзо попасть не могу. Убил, наконец. Блин, по трейсеру хрен попадешь. Надо АОЕ бить просто, чтобы... Воу-воу-воу, полегче, слышишь? АОЕ хреново закинул. Мало хп. Отступаю за хилкой. Ай, хорош Ханзо у них. Так, точку А, судя по всему, отдаем, да? Хотя там кто-то еще остался. Там много наших осталось. Но они стоят не на точке, а над точкой. И как следствие... Забиваем. Новая позиция обороны. Объект Б. Да, это беда. Не, нельзя. Сейчас еще. Блин, капец. Куда я залез-то? Ёшки-матрешки. Они достаточно быстро двигаются вперед. И это проблема.
Я бы сейчас, конечно, поменял героя на более контактного. Тут надо турельку ставить, надо танка брать, надо саппорта брать. Но раз уж мы с Ханзо общаемся, значит, будем терпеть до конца. Вот моя пирамидка, я на нее забираюсь. Буду работать. Он меня вообще не видит. Но я практически не попадал по нему. Так, Фархем там ультой одного убил, товарищи. Опа-опа-опа-па. Хорошо. Ангел, может, подлечишь, друг? Ангел, вот он я, вот он я. Спасибо. Так, надо, наверное, закинуть туда уешку. Нет, поздно. Они слева обходят. Давайте слева подсветим. Пару, конечно, хрен попадешь. Надо было... Да. Ну все, ГГшечка. Наших убили. Ульта пошла. Хотя, если я сейчас ультану, успею. Хорош! Хорош! Блин, я тут отбился один фактически. И этого вручную, там ультой, еще жнеца сзади. Ну, это, конечно... Это, конечно, конечно, все равно печально все. Пара сейчас убьет меня. Ой, диссонанса сфера. Ангел меня вытягивает, но... Сзади... Вот она. Блин, ты... Опять сейчас пойдет слева. Отмечен. Блин. Сейчас справляются, молодцы, без... А, парам-парам-пам! Воу-воу-воу! Да, он на пределе хука, на самом деле, взял. А я еле-еле, ну, не добрался я до аптечки. Захват идет объект, у меня, к сожалению, нет ульты. Ханзо вижу там. Сзади обходит Рипер. С ним нельзя вообще бороться мне на ближней дистанции. Ну там вроде справиться с ним. Фара стреляет. Ой, как стреляет, это больно. Хорошо ангел лечит. Ангел хорошо на самом деле поддерживает. Я ее ждал на самом деле. И это было хорошо. Так. Но у меня очень мало хп. О. Хорош. Пара сверху лупит. Со снайпером. Ой, ульту пропустил. Вражеского Ханзо ульту пропустил. Так, ну наши вроде живы в большинстве. Так что я должен возвращаться срочно. Точку Б захватывают. Подойти с фланга. Ой-ой-ой, жесть. Давай-ка так. И врубаться. Нет, не могу. Захватили, все. Пацаны, ну я старался, вы видели, я старался. Я старался. Ханзо молодец. И тот момент тоже был хорош, но вряд ли дадут мне. Тут было больше дамага. Да. Снайпер отстрелял. Бах. 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 Охо, успел еще этого отстрелить. Хорош. Это прикольно. Так, где ее там? А, ее здесь нет в списке, на самом деле, к сожалению. Я бы ангела заплюсовал. Она хорошо себя показала. Ну что, в чатике, смотрите, сейчас будем выбирать следующего героя на коротенький обзор. Высказывайте свои пожелания. Я сейчас скажу только, какие мы уже вчера делали. Заря, Бастион, Симметра, Фара, Диньята, Жрец и Трейсер. Ну и, соответственно, Ханзо у нас тоже отпадает. Так что выбирайте, кого вы хотите видеть следующим.
Давай. Да блин, где там? Нет, крюк же, ёпрзоте, я же крюк кидал. Капец, жму, я слышу по звуку, он откатился уже. Она это на...